Привет. Привет, огромный-преогромный пламенный итальянский чай. Немножко приустала, решила отдохнуть слегка. Наконец-то я начала снова докрашивать. Уже покрасила ванную, стены. Еще до сих пор видно, видите, пятно. Сейчас, когда высохнет, второй раз покрашу и будет готово. Вот эти вот раскрасила. И решила сразу продолжить лестницу, потому что я, когда здесь красила, немножко покрасила здесь вот этот вот угол, чтобы прямо так, следов пальцев, короче. И вот решила, иду дальше и дальше. Вон, видите, там мокро. Вот там я сейчас остановилась. Картины сняла. Сейчас пойду дальше. Вот такая вот я. Пчелка Май. Никиту отвела в школу. И решила сразу начать красить. А сегодня мой муж не работает, он повез свекра в больницу на прием к врачу. Я тут пока крашу, музыку слушаю. Сейчас сделаю потише. Это просто музыка по телевизору. Это как радио. Потому что когда, например, видеоклипы, меня будут отвлекать. Если, например, какая-то песня известная там или интересная, мне обязательно захочется посмотреть этот видеоклип. А так никак ничего не показывают, просто как радио, просто музыка и все такое. Ладненько, пойду я докрашиваю. All'alba ormai, mentre accendi un ciao, i tuoi battiti aumentano un po'. Respiro e mi sento giù, mentre cerco negli occhi tuoi il momento per dirti rimani qui, qualcosa di te.